Я совсем недавно узнал автора песни, которую я пел там в Афганистане еще в 80-м году. Лежал в госпитале с ребятами в Фергане, болел инфекционным заболеванием. И вот был там парень, пел эту песню. Но я не думал, что это его песня. А вот недавно Володя Иванов мне сказал, что эту песню написал действительно он. Это Михаил Смуров, город Москва. Песня называется «Воин-интернационалист». Я воин. Интернационалист. Но не в названии дела, не в названии. Пусть даже назывался б я расист, вам легче бы не стало бы их уванием. Мне надоело нервничать, ведь нервы не сучок. Я нажимаю ласково на спусковой крючок, и хладнокровно трассеры по воздуху летят. И я хочу того же, чего они хотят. Их Ванин изогнулся, и бипом стало шесть. Вот их осталось пятеро, а было раньше шесть. Потом четвертый, пятый, третий, и второй упал. А первого мой сад нечаянно попал. И падает их Ваня на землю, а потом мы складываем рядышком их ровненьким пластом. Работаем на славу, и Саша, друг, и я. Нас где-то за кордоном зовут Вьетнам, Кремля. Нам просто проявляют огромный интерес папаша Гжезинский и дядя Сара Свенс. Ведь и война такая совсем не по нутру, и морщатся от этого агенты ЦРУ. Но все же лето, сволочи, сюда, в Афганистан, их прям плодоносит соседний Пакистан. Винтовка М-16, китайский автомат. Но нам ведь не сломаться, скажи, не правда ли, брат? Эх, Ваня, эй, сволочь, в окно в дувал залез. Ну, здесь уж нам поможет родимый АГС. Ведь он плеча не сладит, сроднился он плечом. Тот от меча погибнет, кто к нам придет с мечом. А где-то дома журави Духтар, цветет сирень, походу идут туристы. А ты рассматриваешь крепких черекар и очень тихо слушаешь танкистов. Вот прозвучал воинственный набат. Мы в 3 минуты покидаем роту, а мы сейчас летим в Джалалабад. Все так и надо, как будто на работу. Спасибо.